Тройки. Серия обзоров именно по вашим просьбам, чтобы вам было удобнее смотреть все в одном месте. Не можем сразу, постепенно удовлетворяем ваши потребности. Ну, было бы идти в одном городе с нами, наверное, было бы чаще. А так, за 300 километров... Чаще тоже не всегда быть хорошо. Думаешь? Да. Опять оно должно быть желанным. Ага, как мы на 2 месяца пропали, да? Не в такой степени. Короче, 2 раза в неделю – это нормально. Да. Итак, друзья, вы на канале Про IKEA, с вами неугомонные Просины. Мы в Нижнем Новгороде. Дмитрий Юрьевич уже тут прихватил то, что сегодня поедет домой. В том числе очередной нож. И... Вот, тележечка даже скромненькая. У кого-то сегодня шопинг. 14 февраля у Димы день влюбленных в самого себя. Люби меня, чихай на всех. Всех в жизни взят тебя успех. В общем, ладно, лирика. Нас попросили подписчики выделить в отдельный обзор все стеллажи, которые относятся к ванной, и все тележки, которые можно использовать для влажных помещений. Ну, мы не смогли пройти мимо, плюс эту зону очень хорошо сделали, все удобно, все в одном месте, поэтому welcome to the golden стеллажи. У кого большие ванны, садитесь поудобнее, будем рассматривать. Слушай, после большой ванны в Тюмени у Airbus я очень хочу большую ванну. Я буду стараться максимально выкроить большое помещение. Тебе тоже понравилось? Только там, не там, а техническое помещение, может немножко пострадать по объему. Вы знаете о чем? А мы про нашу стройку. У нас уже на канале, надеюсь, к этому времени, когда вышел этот обзор. Да, я думаю, уже первую часть вышла. Мы потихоньку начали писать то, что мы строим и как. А, стройку мы ведем в Саранске. И вот там мы официально говорим про Siberian Wellness, про нашу деятельность, потому что это спонсор нашей стройки. Ладно, пошли. IKEA не спонсор нашего канала. Да. Поехали. Значит, линейка Rönscher. Они есть в черном, есть в белом цвете. Вообще линейку Rönscher 90% берут не в ванну, а знаешь куда? Знаю. Скажи. В салоны красоты, парикмахерские и прочие лабудени женские. Знаю, знаю, 1000 лет собирал это все. Может, я надоел, аж мозоль. Расскажешь? Может, я пойду, ты сам все расскажешь? На пальчики. Все знаю. Так интересно. Так, ладно, поехали. Стеллаж угловой Rönscher черного цвета, 4000 рублей. Металл, ковка плюс стеклянные полки. 2 полки металлические. Поэтому, когда вы везете данный стеллаж, либо вам везет его доставка, либо посредники, ребят, пожалуйста, аккуратно. К нам пару раз обращались клиенты, которые прямо у нас на глазах, вынося стеллаж этот, роняли, а потом у нас полка треснула. Оно сложено, очень интересно, оно упаковано качественно, но... Понимаете, не то, что с краешка, она стекляшки между, вот, уложена между вот этих железных полочек. И бывают случаи, может упаковка быть чуть-чуть порвана, и тогда стеллаж не так хорошо держится в упаковке, и могут вот эту упаковочку стеклом вылетать. В общем, аккуратно включайте голову, здесь есть стекло. А теперь давайте по размерам. Ширина 37, глубина 37, высота 1,76 м. Вес суммарный почти 10 килограмм. Стеклянные полки всегда нагрузку выдерживают меньше, чем металлические. Переходим дальше. Второй стеллаж Rönscher, 1,76 м на 42 см. Вот он самый популярный у салонов красоты. Обычно первую, вторую, третью, четвертую полочку используют для чего-то там красивого, а вот в эти две используют как техничку, вставляют короба дрен, они сюда идеально встают, и вы можете использовать еще и как место под хранение. Ну и, соответственно, кто дома использует и там и для ванны, и для детских комнат. В общем, на самом деле, это стеллажи. Сказать, что они только стеллажи для ванны, это кощунство, они для всего. А ты, наверное, говорил, а в белом цвете уже все Ахтунг, да? А, нет, не Ахтунг, есть. Стеллажи Rönscher представлены еще в белом цвете. Я хотела договорить, когда про третий скажу. Ну, чуть-чуть опередил. Продолжай. А дальше стеллаж Rönscher 42 на 103. Цвет черный и белый. Вот он рядышком. 3000 рублей сейчас стал стоить. Как подорожало, да? До сих пор, по-моему, последний цена была 1,5 рубля. Я никак к ценам не привыкну. Хоть режьте. Он полная копия прямого стеллажа, только без верхушки. Поэтому у него точно такой же верхний внешний вид. Кстати, шикарно красится любыми красками. Я хожу к мастеру на брови. У нее он в бронзе. То есть она баллончиком покрывала, состаривала. Обалденно смотрится. И у нее все расходники здесь лежат в 2 коробках. На любителя состаривания, да, любители? У нее стиль такой кабинета. Mm. То есть там перекликается очень красиво. Mm. Пусть так будет. На вкус и цвет фломастеры разные. Дальше идем. Серия Хемнес.
Стеллаж деревянный, 8042 на 172, 1, 2, 3, 4 полки плюс верхняя. Цвет еще есть серый. Отлично во влажных помещениях. Ну, вот эти стеллажи все-таки в основном берут куда-то домой. Для рабочих помещений на моей памяти не припомню. Он полностью из дерева, я думаю, все вспоминаем, что такое Хемнос, хотя массив березы, ДВП, акриловая краска. Полки здесь уже не отрегулируют, хотя нет. Нет, одна полочка регулирует. Вот нет, да, нижняя и верхняя. И вот это, то есть цельные регулируются, в дырочку не регулируются. Соответственно, это верхушка, которую тоже точно так же можно использовать, как полка. Высокий каркас с полками N-Head, вся комбинация стоит 6500. Максимальная нагрузка на полку 6 кг, общий вес стеллажа 10 кг, размер 181, 32 на 4. Он, ребята, металлический, вот его тоже можно использовать куда угодно. Единственное, что под него посложнее все-таки подобрать коробочки. Вообще, обычные белые металлические стеллажи очень любят ветклиники, какие-то, в общем, все, что связано с лечением людей или животных, ли, потому что очень легко можно обработать, сделать санобработку. N-Head есть еще и вот в такой форме за 4500, напольный каркас с полками 40-40 на 60, то есть он уже более классических размеров, под него уже легко подобрать коробочку, соответственно здесь уже смотрите, что вам подходит больше по размерам. Перемещаемся дальше, здесь у нас серия Вильтон. Это вешалка напольная и стеллаж. Стеллажа пока нет в наличии. IKEA стала делать очень хитрую вещь, оставляя товар в наличии, не убирая с выставки, и делая пометку. Скоро появится в продаже. Через полгода. А это как история умалчивает. Значит, 6500 стеллаж Вильто 46 на 150 береза. Глубина 26 сантиметров, нагрузка на полку около 10 килограмм, по крайней мере, это протестировано. Очень хорошо смотрится, все обработано. Дмитрий Юрьевич, как 6500? С учетом, сколько сейчас стоит дерево, Дима почесал бороду. Ну, в принципе, заморачиваться за такие деньги я бы не стал. Но если бы дерево не скакануло в цене в два раза, Димка бы рассчитал и сказал, дешевле смогу. Вот я дом построю и буду мартыканить тебе стеллажки из березы. Подписчик. Так, вешалка напольная. Ну, вот это точно можно сделать самому. Конечно. Гораздо бюджетнее, чем за 3000. Поэтому берите эту идею, их часто делают гораздо выше, используют как сушилку под полотенце, для так, всяких регулировок, кто-то как набор рейлингов делает. В общем, тут на вкус и цвет фломастеры разные. Ну, саморезики сзади, она зафиксирована. То есть просто саморезик, палочка саморезика. Да, да. Не да. Сильно замученная, массив березы, 150 на 57. Больше про нее еще добавить нечего, можно здесь как-то... Ну, своеобразно слишком она вот это... Не в каждую ванну она подойдет. Дим, ну я тебе про это говорю, что это часто делают под себя похожие лесенки. А дальше у Вильто есть еще такой табурет-ящик, стоит 3000. Фактически табурет, и в нем просто тканевый мешочек. Ну, я не знаю, необходимость такого табурета за 3 рубля. За 3 рубля можно что-то более путевое купить. Но здесь вот все по делу. Тут на липучках все снимается. Ну что, здесь полотенце мокрое сюда кидать? Ну, мокрое оно здесь будет, мокрое. Котику спать? Неудобно, мало места. Ну и доставать, во-первых, то, котика? Что было. Нет, не котика, а то, что полотенце. Там полотенце или что, ну, как-то не очень удобно. В общем, для меня, у кого, кстати, вот этот табурет есть, расскажите, как используется. Да, как используется, да. Потому что мы не понимаем этот предмет. Смысл покупать такой табурет, у которого вроде как место для хранения, но вроде как не оно. Дальше переходим к моей любимой серии, серия бамбуковая. Это линейка RoGround. Два бамбуковых стеллажа. Вообще, по факту, это стул с держателем для полотенец и стеллаж. Но этот стул часто используют просто как стеллаж. То есть раз полочка, два полочки и вешалочки. Ну, кто-то берет как стульчик. Чаще всего как стеллаж. Стульчик стоит 4000. В наличии, кстати, как ни странно, есть. RoGround постоянно пропадают. Ширина 39, глубина 44, высота 1,40 м. Бамбук, акриловый лак. Шикарно выдерживает влажное помещение. Но обращайте внимание, начинает, если темнеть, значит, либо что-то с вытяжкой не так, либо это брак. Поэтому темнеть бамбук не должен. Есть случаи, когда прям плесень появлялась у нескольких клиентов. IKEA все это дело обменивала. А следующий стеллаж тоже RoGround, 33 сантиметра, бамбуковый, стоит уже 5000 рублей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, аж 7 полок. Вот он фактически повторяет по смыслу Рёншер, да? То есть верхушка поуже, низушка пошире. Но он из бамбука, он более легкий, вообще бамбуковая мебель, она безумно легкая.
и легко себя, вообще хорошо себя показал в эксплуатации. Весь стеллаж 8 килограмм, высота 163 сантиметра. Но сюда только если что-то совсем маленькое, то есть коробочки сюда тоже подбирать нужно, постараться, чтобы по размеру подошли. По эксплуатационным уже сказал, имейте в виду, темнеть не должно. Так, пойдем вот сюда. Здесь у нас эти тележечки, 4 вида, и стеллажи. Про эти стеллажи, когда мы вообще рассказывали про стележки, про серию Вескин, нам пальцем погрозили, сказали, почему про нее не рассказали. Линейка Вескин пластиковая, их сейчас 3 вида, угловой, прямой и узкий на колесах. Сегмент низкий ценник, как его вообще определить? Это желтый ценник. Если вы видите стеллаж с желтым ценником, значит ниже, дешевле некуда не ищите. Но если только по какой-то дикой фэмили, когда там распродают, да, ну, вероятность 90%, что нет. Итак, давай разбираться, что у нас здесь за 3 стеллажа, за что вообще любят клиенты. Во-первых, любят за ценник, во-вторых, любят за легкость, за простоту использования, за легкий монтаж. Ну, в общем, знаете, такое адекватное соотношение цены-качества и при этом более плотный пластик, нежели, например, в других хозяйственных магазинах, когда смотришь подобные серии. Значит, 549 рублей. Это у нас стеллаж угловой 33/33/71. Из фишек можно наращивать друг на друга, тем самым делать ту высоту, которую вам надо. Здесь у нас 3 полки, они с перфорацией в дырочку, легко ухаживать. Соответственно, мы говорим про влажное помещение, то вода, влага стекает, все спокойно вытирается. Следующий цвет белый, черного такого нет, он только белый. А дальше два стеллажа, черный и белый, 36/23/100, 999 рублей, 4 полочки. Он, кстати, вообще настолько легкий в монтаже и настолько легкий в плане перемещения, что вы можете увезти его даже там на общественном транспорте. Не нужна машина, они прям друг к другу сложены, а ножки вот сюда. То есть вот маленькая такая коробушка получается. Вот эти стеллажи очень востребованы, но самые востребованные вот эти тележки. Про них сейчас расскажу позже. Значит, нюансы по стеллажам. К стене мы все-таки рекомендуем крепить. А, ну там и есть крепеж? Да, здесь все есть. Но вот, вот он, отодвиньте и покажите. Вот он. И немножко сверху, как вот. Раз. Да, все правильно. Ну, почему-то не все крепят. Но мы рекомендуем, так будет более надежно. Угу. Так, ну и самые любимые тележки. В общем, кто их полюбил? Полюбили их мастера до дури раздуты сейчас индустрии красоты. Тюнинг женщин. Да. Или техосмотр. Слушай, сегодня мы пока ехали вперед, ты слышал какой-то эфир, где говорилось, что мужчины вкладывают в коней, а женщины в себя. Да. Это в коней имелось в виду в машин? Ну да. А женщины в себя. Так и есть. 700? Женщина – дорогая машина. Да? Дешевле, обслуживание. Дешевле, чем твой Opel. Да где бросить? Opel у меня на зимовке спит. Он денег не требует. Весной начнет. И? Ладно, давай, тележка Вестин 54/18/71, 749 рублей, тоже самый низкий ценник. Из плюсов, это узкая тележка, ей на самом деле можно заполнить любое пространство, часто берут на кухне, когда нет, допустим, стройки, бутылочница, а место узкое осталось. То есть куда можно поставить бутылочки, какие-то мешочки, баночки, ну реально место занимает мало, а укладывается сюда довольно-таки большое количество. Ну и не проще ты и на кухню поставить. Я тебе сейчас про кухню говорил только что. Да я пока там до меня дойдет, там, по нервам, нейронным системам. Так, берут салоны красоты для этих же целей. Единственное, что не перегружать, потому что все-таки конструкция хлипенькая, не железная. А знаешь, я бы, наверное, заклеил бы этой эпоксидкой все окончания. Тогда бы он стал прям монолитом. Тебе все заклеить эпоксидкой. Но если ты не, в будущем не планируешь разбирать это как тележечку, то можно эпоксидкой. Прям эпоксидкой с да пожирнее. Давай тебе эпоксидкой. Не надо. Пошли дальше. Так, здесь у нас еще 4 металлических тележки. На самом деле про эти тележки мы уже рассказывали. Есть отдельный обзор по всем тележкам. Но там все вообще тележки. Здесь у нас попало 3 вида. Это тележка Рогрунд, если я не ошибаюсь. Роскук. Вот что значит столько времени обзора не снимать. Матерь Божия. Подожди. Что не так? Знаешь, что не так? Иди сюда. Так, это, во-первых, разного размера. Нет, вот смотри. 004. А, это градация цены. Была 3999, стала 4799. По факту я могу предъявить ценник на кассе, сказать, у вас цена 3999. Имейте это в виду и внимательно смотрите. Дальше. Из ошибок.
черная тележка такого же размера, а представлена она как меньшая, с ценником за меньшую. Поэтому фотографируете, идете на склад, покупаете. Да. По той цене. Которая представлена на ценник. Лайфхак. Да, давай разбираться. Тележка Роскук. На самом деле они в двух размерах и в трех цветах. Белая, черная и вот такая бирюзово-зеленая. Сюда очень хорошо вместо верхней полки становятся бамбуковые доски. Вам подробно мы показывали в обзоре по всем тележкам. Можете посмотреть. Используют везде. Нареканий нет. Были они и бежевые, были они и красные, и темно-синие. В общем, IKEA периодически цвета меняет. Они очень хорошо по прокатной части. Их куда только не используют. Это и салон красоты, и какая-то раздатка. И дома вместо мини-островков в кухонях. То есть тележка реально стоит этих, стоила этих денег. Конечно, 4800, пока мой мозг пока не способен уложить. Тележка Nisa Force. Тоже любимая тележка мастеров красоты. Почему? Во-первых, бока, бортики есть у полочек полноценные. Тележка стоит всего 2500. Три полноценных полки. Цвета есть красный, черный. Ну, белые перед нами с вами. 5,5 30 на 83. Можно использовать где угодно. Верхняя полка перфорированная, соответственно, выдержит меньше вес. Две остальных железных. Особенно радует последнее нижнее отделение. Оно с высокими бортами. Соответственно, можно поставить что-то большое. Ну и последняя тележка Драгон, которую в последний раз мы с Юрьевичем видели за 1199. Как думаешь, сколько стоит? Закрыл гад. 1600, наверное. 1999. Блин. Слушай, твой ножик за 3000 это нормально? Да. Чуть-чуть. Вот это вот хреноботина за 500 рублей нормально? И это ограничено. Сколько? 500. Ну, это хорошая цена. А это за 700 нормально? Хорошая цена. А вот это, что мы с этим будем делать? Разыграем среди наших подписчиков, которые называли по-смешному эту игрушку. Пёся Рус. Ну, по-разному. А можно это уже будет? Мы будем делать, ну, не знаю, мы, наверное, к этому времени уже разыграем, когда выйдет обзор. Ну, путем генератора случайных чисел мы выберем победителя, потому что все очень старались, и у всех получилось очень смешно. И я не смог так определить до конца, кто же самое смешное название придумал. Поэтому будем разыгрывать среди всех, кто обзывал вообще. Вот. Обзывал даже. Ладно, поехали дальше. Тележка. Да, названием это не назовешь. Мы на сколько с тобой уже наболтали? На достаточно. На достаточно. Пора сворачиваться. Итак, тележка Траган. Металлическая. 41-32 на 75. Цвет только в серебре. Востребована очень. За 12 лет, что мы возим IKEA, в апреле будет 12 лет. Я не сосчитаю, сколько раз мы ее привозили. Это нужно заходить в статистику, смотреть. Но реально много. И даже за 2000 она стоит этих денег. А может, мы сделаем такой интересный обзор? Мы соберем статистику и опубликуем обзор по самым покупаемым товарам у нас. Топ что 50... востребован в Саранске? Топ 50 востребованных товаров в Саранске. Может, пустой и... голове, говорит, не прикладывай. И в других, кстати, регионах также может быть. Проголосуйте, пожалуйста. Интересно ли показать вам, что у нас саранчане любят из IKEA? Да, что жители города Саранска. Саранчане. Жители города Саранска предпочитают из ассортимента IKEA. Вот. Все, стеллажи показали все. Использовать можно все. Нареканий по качеству нет. Реально, серии для ванны у IKEA не ушибаемые. Брать можно. Брать можно. Как Дима говорит, годнота. Годнота. Юрьевич, тебя просят, чтобы ты в таком же формате со мной вместе обзоры по сибирскому показывал. Когда? По продуктам. Когда, да, надо. Вот так. Будем тебя превращать. Будем стараться. Ну что, друзья, делаем стандартные вещи для Ютуба. Лайк, подписка. Дизлайк, комментарий. Дизлайк, комментарий, репост себе в соцсети. Помогайте продвижению канала. Да, мы набрали 100 тысяч, но это ничего не мешает расти дальше. Это. А мы пошли еще снимать. Или домой. Необычный обзор, о котором мы нифига не знаем. Это единственные из IKEA товары, о которых мы практически ничего не знаем. Может, не будем позориться? Поэтому пока немножко... Интрижка. Интрижка. Говорить не будем, врачу. Ждите обзора. Позорище.